Вот. Выкопали малюток. Малюточек. Вот такие угольцы. Вот такие вот. Ну, вот она, лопата. Вот они, луковки. Чуть-чуть меньше лопаты. Так, вот здесь я высаживала, сколько у меня получалось? 6 больших луковиц. То есть большие луковицы, это были вот такие вот. Вот она, старая. Крупные луковицы. Вот она, большая луковица. Вот она, большая луковица. Ну, вот их было у меня 6 штук. Вот это вот накопали мы из 6 штук. Детки, я хочу сказать, не очень много, но есть. В этом году я сейчас буду их обрезать. Сушить я их не буду. Буду высаживать сразу в горшки. Вот эти большие луковицы посажу в 5-литровые ведра. Вот, которые поменьше, но буду смотреть по размеру луковички. Вот они, такие луковички. Будем держать их в теплице. Короче, будем экспериментировать. Ну, я в прошлом году попробовала самые маленькие. В общем, малипуськи такие. Высаживала я их даже не 100-граммовые, а 30-граммовые стаканчики. Вот, ну, единственное, что я их высаживала уже после того, как они просохли. Ну, вот она маленькая луковка такая, вот я их высаживала. А если их посадить вот сейчас сразу, не просушивая, то они пойдут в рост. В этом году сделали рассадник-череночник, там будет тепло, подсветка. Короче, вот как-то так, девочки, если кто будет просушивать луковицу, значит, вот сама луковица будет где-то вот так. Нужно будет обрезать и ждать, пока просохнут вот эти все листовые пластины. Они так быстро подвидают, обдирать, и она должна быть вот такая вот коричневая, волосатая. Вот этих корешков тоже не должно быть. То есть она должна быть похожа на кокосик. Очень хорошо просушить, и тогда можно будет хранить. Хранить можно в холодильнике, в отсеке для овощей, завернуть там газетку, полиэтиленовый пакет, но проверять. Потому что в прошлом году девчонки брали, и у некоторых они подгнили. Если все же где-то луковица подгнила, значит, вырезаете это место. У меня было, я по пол луковицы вырезала, прижигала йодом или марганцовкой. И она нормально прорастает и дальше дает детку. Ну вот как-то так. Все, девочки, всех с праздником. Всем здоровья. И всех благ. Давайте с Богом.